А де ж откуда ж нога росте? Не со спини. І рука водиться откуда. Ну ніхто не зв'язується зі спиною. Ну і некоторі зв'язуєш. Хватить мучити, да? Или болить голеностоп, пяточная шпора, да? Вот не может он был встать. Да. Спина виновата. Только управляя спину, сразу пятка перестает болеть. Там же уже хотел. Что? А кто там? Ну, она мне на массаже. Говорит. Алло, пусть спрашивает. Ну, видно, что на массаже, на часа через два не знаю. А что она хочет? Что это? Ну, Даша, что хочет снять? Ну, выйдет. Даша может дальше. Ну, что ж выйдет? Устрел? А вы же народ просто везде, не знаю. Так. Ну, что? Прыгаем на стол. Ну, да. А потом еще котяк мы будем прыгать. Ну, скажу я, как может вот такие прыгать? Ой, ну, вот я все встал. Так, а что вы думали? Да, вообще, быстро, быстро. Просто так сюда ездить, я вижу. Я же говорил, что если... Не возвращалась. Да какие же вы, это, ну, мне все не возвращались. Я же не могу так лечить, что а где я буду гроши заработать? Так осторожно. Чтобы же она не возвращалась. Чтобы она возвращалась, надо поменять. Вам взять, если бы я мог, у меня были запчасти, взять позвоночник опять, вытянуть оттуда, поставить новый. Подключать проводку всю, верхнее окончание, сосудистые пучки. Да? Да. Да. Есть запчасть? У меня там. Ну заказывайте позвоночник, я поменяю и не буду вертаться. Надо восстановить цей процесс и поддерживать его, понятно? А то, что вам всем не хочется, то это надо и делать, не хочется ни зарядку делать, ни физкультуру, ничего не хочется. Не хочется поддерживать себя, а как вы хотели? Сколько вам лет? Вам же не 20 лет, уже в 20 он убитый есть, в 15. А в 50 с чем-то надо уже себя беречь. Как же это говорила вам подруга? Беречь ресурсы, понятно? Так вот берегите ресурсы и поддерживайте. Вот она только ездит по массажам, там, по всяким процедурам. Да и все. И не перетруждается. Вона и все домработницы, все за нею варят, и потом. Вона тихо засунула. Да. Ну, вот, а я как? А и вам так надо. Да. Да. Она прямо домработница. Ну, так работайте сами, убивайтесь. Тоді, а шо я прямо? Піддержитесь тоді. Не перетруждайтесь. Оце я перетруждаюся. Не можу більше двох чоловік, зараз трьох, не роблю, тому що убился, забылся в мене, или вышел с этого состояния сын Манером. И сейчас только одного-двух человек, больше третьего, четвертого не беру, потому что убился, и все. А поставить за себя не могу никого делать, потому что понаравляю тут такого, что будут звездочки на этом, на воротах. Знаете, что такое звездочка на двери? Ну вот так, у нас тут есть травматолог. Крутнув несколько человек. Одного крутнув шию. Артерію задавило, він прямо умер там. Ну, інсульт сразу. Тому що артерії проходять прямо позвоночник сильно. Ну і все, ну списали як інсульт. Потім через несколько ще одного. На п'ять. Так от у нього на дверях дві зв'язочки. Понятно? Як от самоліт збили німецький, зв'язочка на самоліт. Знаєте, як воїнку? Я поняла. Так от. Ко мне тут пришла женщина, то он подает, так я скажу, у него же две звездочки там. Говорю, какие звездочки? А я не видел. Не поняла, что я. Это и вы не поняли. Так я скажу, чтобы у меня на калитке не было звездочек. Потому что если кого-то заставлю за себя делать, понаробляю тут такого, что звездочки будут. Это же вообще крепкая тетя. Це все забите. Не жорстко робити? Ні. А отак. Оце от буде мовити.
Так що шию не давати нікому крути. Якщо там спину перекрутять, поясницю, то нічого страшного. Та я бляка. Ну, можуть ноги показати там таке, сильно боліть почне. А от як шию перекрутять, ну, в лучшому випадку вона почне сильніше боліти. В лучшому випадку нічого не поможе. В худшому випадку передавлюється артерія. Не знаю, у мене було два позвонка, з'їхало в артерію. Ну, от. Я питала, ну, чого? Ну, тому я тільки ходила, вже мене просто ходила. Так, і потім ото тоді, то шлить, голова крутиться, таке. Ну, потім мені легко освободили і... Так от мені, таких у мене перекручених після таких спеціалістів, що крутять. Тут вагони маленька тілечка, я знаю, що може бути. Ну, саме хреново, що якщо душі передавляться, значить чоловік помирає моментально. Може, за кілька днів якось було перед війною, там, де там Чернігові чи Черкасах, десь масажист крутнув так тітю. Ну, і вона в течение там щось двоє суток умерла. Передавила артерію, не докачує. Все, умерла. Ну, і попробуй докажи, що вона його передавила. Так що, що з ногами зараз? Хорошо, так? Так, так, нормально. Та і тут усе буде, все. Ага, давай там. Так, це я стараюсь не робити больно. Я все знову тут того смотрю, що робити. Ой, бля. Так. Не треба так робити? Та ось. Тут теж. А воно не можна і сюди вийшло. Ой. Так, і оце. Ой. Да, а я гладив. А що це таке? А це все тригерна точка, як на руках. Угу. Да. І на шиї так само. І вся сплошна тригерна точка. Треба зробити, щоб все було в хорошому стані, не боліло. От у мене нажимає, у мене не болить. Ну і сильно-сильно нажати болить, тому що мисли піддержую, роблять мене. А якщо б не робили, я б вже нікого не терп. Тільки поправляв би, а йдіть де хочете, там і робив. А там понаробляють. І раніше я не робив, просто поправляв, послав до масажиста, вони зміщають. Я вправляю, вони зміщають. У кого немає нестабільності, тим нормально поробили і хорошо. А в кого в такому стані, я поправив, вони зміщають. І все. Поки не сам не почав. Ось сюди, ось все диви. Ай. Де? Больно. Де? А ноги не ватні стали? Ні. Зараз. Переваги, будемо здоровими. Гормональних препаратів ніяких не приймаєте, да? Ні. Хорошо. Тільки бади. Бади тут такі, а що по бадам? Ну,